здесь волшебная раскраска. Картинки в этой раскраске оживают, когда их раскрасишь. А для этого нам понадобится еще приложение, которое я скачала на свой планшет. Сейчас я вам покажу картинку, которую я раскрасила, и мы ее оживим. И они правда оживились. Давайте я вам покажу. Вот такой здесь классный осьминожек. Живой и пускает пузыри. В руках у него карандаш, кисточка и мольберт. Нарисовал он девочку на зеленой травке. А на самом деле он вот такой. Посмотрим дальше. Вот вторая картинка, которую я раскрасила. Сейчас я ее оживлю. Здесь динозаврик, на нем катаются детишки. Здесь стоит елочка, там стоит девочка, там сидит птичка на веточке. А на самом деле картинка выглядит вот так. Здесь есть картинки. Вот такая картинка.
Здесь бегемотик, крокодила и человечек. Следующая вот такая. Птички дерутся за червячка. Следующая вот такая. Здесь инопланетянин. Следующая вот такая. Здесь морские звездочки. И последняя – паровозик, и в паровозике – мышки. Вот такая у меня чудесная раскраска. Я обязательно раскрашу всю раскраску и посмотрю, что будет в конце. А если вы хотите, заходите на сайт. Ссылку вы увидите ниже под видео. Всем пока! С вами была Даша. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.